Вот это да, Рокки, впечатляет! Твой папа просто невероятен, малыш Рокки! Я думаю, теперь тебе стоит попробовать самому. Давай же, малыш Рокки, у тебя получится! Вот умница! О нет, пожар! Пламя такое большое, ты никак не сможешь добраться до малыша Рокки! И только одна машина может нам помочь! Карл, остановись! У нас ЧП! Малыш Рокки в беде! Карл, скорее! У малыша Рокки большие неприятности! В кого ты трансформируешься, Карл? Тебе нужно будет перелететь к малышу Рокки! Какое транспортное средство сможет добраться до малыша Рокки? Конечно, это суперсамолет! Мы не видим малыша Рокки, здесь слишком много дыма! Что будешь делать, супергрузовик? Это хорошая мысль. Давай пролетим сквозь дым и разгоним его. Замечательно, супергрузовик! Рокки, с твоим сыном все будет в порядке, я обещаю. Супергрузовик, а что с пожаром? Как ты его потушишь? Водой! Ну, конечно! Нас выручит супергрузовик пожарная машина! Да, пожар потушен. Какой же ты молодец, супергрузовик! Ты спас малыша Рокки и целый аэропорт от пожара. Тебе не помешает душ, малыш Рокки. Этот едкий дым оставил грязные пятна на твоем корпусе. Что? У тебя есть идея, супергрузовик? А это превосходная мысль! Веселись, малыш Рокки! И еще один день спасен супергрузовиком. Пока, друзья!